Здравствуйте, друзья! С вами Мото Виктора. Вот пришла очередь реконструкции Карпат. В 2017 году я его выменял на пневматический пистолет. Воздушку. Ну, поближе подойди, покажи, какой он. Так, вроде в хорошем состоянии мопедик. Тянет хорошо, но двигатель все равно будет перебираться. Я думаю, сюда все-таки поставить с ножным переключением. У меня есть движок. А там дальше будет видно, что как получится в дальнейшем. Так что амортизаторы, конечно, будут усиленные. Но еще не решил, какой цвет его красить. Или в желтый. Или в зеленый, или в красный цвет. Три вот цвета. Ну, родной цвет, вот он зеленый цвет, вот он родной. А потом сверху черным покрасили. Так что будем думать и решать, какой цвет его покрасить. Так что ждите. Будем все фотографировать, как он будет разбираться, как собираться. Ну, смотрите!
рубишь в лоскуты и атомным огнем испепеляешь, срываешь с мерчем копоть суеты, гуляешь, как последний раз гуляешь. Ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба-ба-бом, ба-ба-бом.
Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Ну вот, вы посмотрели, какой он был мопед, какой он стал мопед. Делайте выводы, ставьте лайки. Ставьте лайки. Будем тест ему делать. Давай, сынок. Движочек еще холодный, только завели. Это четвертый раз мы его завели. Дождик прошел, не хочется его пачкать. Но он каждый раз все сильнее и сильнее. Мощнее становится моторчик. Вторая уже начинает. Ну, результат вы видите, какой получился. Карпат. Мотор чем больше работает, обкаточка проходит, тем он мощнее становится. Он Ригу 16 я собрал с Honda Dio поршень. И он все сильнее и сильнее. Все мощнее работает движочек. Так что вот такая получился Карпат у нас. Ну все, ребята. Ставьте лайки, кому понравилось. Всем пока. Понравилось, сынок? Да.